Группа Котельникова прибывает на скальный участок и сразу приступает к тренировке. Готов? Готов! Стрэп! То, что мы сейчас делаем, называется бросать чурку. Чурка – это большое полено с большим весом, имитирует падающего со скалы человека. А тот, кто его страхует, он должен научиться правильно его страховать. С плавный спуск, там, чтобы его не дернуло, потом не ударило об скалу. Впервые как бы, мы ощущаем этот вес на себе, то есть срывается бревно весом 60 кг. Мы отрабатываем как бы, страховку, удержание этого бревна при срыве. Срыв! Раз, два, три. Замочил ты его! Он сдох! Наступает очередь Алибека Урусова. Удержит ли он падающее бревно? Держи конец веревки и теперь его возьми и дерни. Вот я его жестко закрепил. Держи. Видишь, чувствуешь рывок? А, сорвет а кожу. Вот теперь, смотри, кожу. Держи. Оп. Видишь, плавнее, плавнее. При этом тело ты должен поставить так, чтобы нога с телом составляла одну линию. Вторую ногу оставляешь в сторону и приседаешь. Вот. Пока Урусов проходит инструктаж, бойцы натягивают веревку с бревном. Тебе должно быть удобно, в первую очередь. Удобно. Когда ты сильно так завернешь, она, у тебя много будет ожогов. Видишь, здесь будет. Так чуть-чуть попроще. Здесь руку, чтобы было легче. Вот, держи вот именно, да, больше разогнуто. Чуть-чуть согнуто в локте, но где-то вот так вот. Сейчас расскажу. Готов! У меня не получилось страховать через плечо, потому что у меня что-то попало в руку, узел какой-то. Вот сюда надо было это сам больше сделать. Давай еще раз попробуем. Там какая-то петля по пальцам прошла. Не петля, это самая оплетка. Ну, это херня, короче, зацепила меня. Травма болезненная, но не серьезная. Урусов остается на площадке. Так, ну что, еще раз попробуешь сейчас плечо? Да. Давай. Надо попробовать. Там просто петля какая-то была. Гладкая-гладкая шла, потом тут такой удар. У Урусова второй шанс. Рэп! Видишь, опять не удержал. Неустойчиво стоял. Беспонтово уже второй раз. Особенно, когда не получается. Второй раз я допустил ошибку, выставил сильно вперед плечо, и веревка просто соскочила с плеча и улетела. Он там живой? Нет. Ну, надеюсь, я в следующий раз исправлюсь из-за своей ошибки, и у меня получится. Урусов решается на третий и решающий подход. Больше попыток не будет. И почти не осталось времени на возвращение в бригаду. Если вы жестко сейчас возьмете, вы остоповите веревку. И сожгемся. То, что вы сожгетесь, это ничего страшного. Как бы. Самое страшное то, что человек вас сломает. Трахнется, да? Об скалу, сломает шею. Удержит ли Урусов бревно в третий раз? Выше! Готов? Да. Срыв! Ох, она больно хлестает, а, падла. Там подрывает очень сильно. Прям аж сильно дергает. У меня чуть голова заколола. Ну, дергает, конечно, с огромадной силой, поэтому как бы это непривычно. Вот. И большинство из отделения справились с задачей. Ну, у некоторых не получилось.